Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в болотную атаку. Ну-ка, о, 30 М16 мы заработали. Ну что ж, поехали. Нам осталось буквально 2 уровня до босса. Точнее, даже я бы сказал, 1 уровень. Это 23-й, на 24-м уже будет сам босс. Забежим в магазин и посмотрим, что у нас есть. Что куплено, что не куплено. Так, тут по максималке. По обороне нам все равно делать нечего. Так, 5 аккумуляторов, 6 дождиков и холодильнички. Я, наверное, сделаю, ребята, вот... Зачем я это сейчас сделал? Давай вот так тогда купим. Все, ребят, поехали. 23-я миссия. Будем разбираться, а там уже босс. Как говорится, не за горами. Армагедец называется у нас этап. Армагедец, это вам не холодец. Ну куда вы прете? Ну куда вот вы прете, а? А? Пощекочем маленько их. Так, что там? Кто там расстреливает? Я не могу понять. Я не вижу, ребята, кто там что делает. Но надо их бомбить. Давай вот так вот. Хоба! Хобана! Оптимальненько, да? Вау, сколько здесь у нас денег. Все дела. По красоте. Ну-ка дай дробовик. Будем бомбить пока с него. Ай, хорош. Так, погоди-ка секунду. Давай дождик вызовем. Кислотный дождик нам здесь поможет. Погоди, погоди-ка секунду. Ребят, смотрите. Идут в защите. Всех сносим здесь. Вот так вот. Никакого спуску им. Никому никакого, ребят. Зажариваем. До хрустящей буквально корочки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чего ты там бубнишь мне, бубнилка мелкая? Идет с атомной бомбой. Так. Мышата, болотные мышата. Сейчас я с вами разберусь. Секунду. Здесь идут бобрики. А с бобриками у нас, ребята, разговор короткий. Вот так вот делаем мы. И вот так. И вот так вот, а? Приструним, как говорится, мы их. Что такое? Что за дела? Это, по ходу дела, последние архаровцы у нас бегут. Да, видать, последние. Нам нужно с ними быстренько разобраться. Не знаю, окуплю ли я все те затраты, что потратил сейчас в данный момент. Будем надеяться, что да. Но готов. 1418. Чувствую, скоро будет босс. Я тоже это чувствую буквально на следующем уровне. Ну. Так, получаем в общем количестве мы с вами... Слушай, ну это клево. Давай удваивать. Итого у нас выходит 17,5 тысяч монет. Блин, для босса я не знаю, хватит ли этого или нет. Так, значит, аккумуляторы я очень много потратил. Надо их вот так вот компенсировать. Плюс один дождик компенсируем. Ну и, конечно же, боеприпасы свои. Обратно возвращаем. Так, ребят, я не знаю, что лучше. Так, арбалет, дробовик. По оборонке-то хоть что-нибудь можем? Нет, вообще ничегошеньки. Жаль. Очень-очень жаль. Ладно. У нас выбора нету. Ну, на худой конец, ребят, если что, я буду тратить перец чили. Ну, если уж вообще будет туго. Ну, постараемся как-нибудь без этого. Космический корабль-носитель. Вот так вот у нас называется уровень. Да ты достал, вот серьезно говорю. Ладно, 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 бомбим, бомбим их. Как же вы меня одолели-то уже, а, чудики? Ну, где там этот корабль? Вот он, ребятули, идет. Несется. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. А почему? Эй! В чем проблема, я не понял. Нет, тут так дело не пойдет, надо вот так вот бомбить. Ну! Дождь, вызываем дождь на помощь нам. Так, что там выпало нам? Знак стоп, давай тоже поставим его. Минус одна пушка. Но это только одна, ребят, тут еще их дофига. А эти пришельцы меня досаждают и досаждают. Слабо, слабо наносится урон. Давай так вот бомбить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Так, тут еще, ребят, ну дофига, честно сказать. Дофига еще пушек вот этих вот. Но нам нужно их подбивать.
Плюс эти пришельцы нам все время здесь мешаются. Давай так попробуем. Ага. Вроде что-то наносится, но очень быстро, ребят, тратятся у нас боеприпасы. Тут, наверное, был бы хорошо огнеметик. Может быть. Не уверен, конечно, но кажется, что он был бы здесь вообще замечательным. Аккумулятор достает? Слушай, аккумулятор, по ходу дела, на боссов вообще никак не действует. Поэтому то, что я его тут бросаю, это только против пришельцев. И как мы видим, они не особо радуются и не особо ко мне летят сюда, чтобы, по крайней мере, мой кузен мог их доставать. Эй-эй-эй-эй-эй, что-то вы тут раздухарились, ребятули. Дай-ка я сюда знак поставлю еще. Правда, для кого он, для чего он, не знаю. Они все равно, летающие юниты могут пролетать через эти знаки. Так что особого толку от них нету. Так, давай вот так сделаем. Последний выстрел. И еще, ребятулечки, одна буквально у нас тут пушка осталась. Вот она. Будем стараться. Мне, кстати, посоветовали купить здесь вонючку-бомбу. Не знаю, ребята, как мне ее накопить. 50 тысяч голды она стоит и покупается только за монетки. Так, ну, досталось там чуть-чуть добить. Давай, давай, давай. Стреляем, стреляем. Буквально 3 или 4 выстрела. Или даже 5. Ну, давай, давай, все, отлично. Победили. Босс, конечно, не такой сложный, но доставучий, особенно вот эти вот, ребят, пришельцы. И мы с вами зарабатываем перец чили. Новое достижение — неприятности с НЛО. Ох ты, сколько у нас денег сейчас будет. Двойная награда и 23 тысячи. Слушай, неплохо. То есть НЛО подбитое куда-то там улетает и взрывается за горами. Типа фермер Джо справился. Так, секунду, мы что-то пробили, какие-то ворота, видимо, да? Ядерный завод или что это такое? Наверное, типа того. Так, мы можем с вами улучшить бензобочку. Короче, смотрите, где у нас тут бомба-вонючка. Вот она, ребят, 50 тысяч стоит. Открывается только за монеты. Также есть ядерная бомба. Надо будет это все приобретать однозначно. Потому что там будет дальше сложно нам. Так, ну что, улучшить дробовик до последней, да? Давайте улучшим. У нас новое достижение — мастер по стрельбе. Это, конечно, все хорошо, что... И я получаю новый уровень, 31-й. Замечательно. Боеприпасики, естественно, ребят, закупаем. Также на наш арбалет. Арбалет, кстати, нужно будет прокачать. Я потратился очень сильно на, ребята, вот босса. Поэтому ни дождика у меня ничего не осталось. Поэтому надо хоть маленечко это все дело прикупить. Ну что же, мы с вами на 5-м эпизоде. И тут встречают нас какие-то крокодилы в касках. Плюс у них тут карты. К чему это, не знаю. Давай проверять. Оно снова ожило в болоте. Ну, первые этапы у нас всегда начинаются изейше, потому что нападают какие-то никчемные крокодильчики, с которыми мы буквально моментально разбираемся без всяких проблем. Вон, кстати, тот крокодил, который у нас с каской. Ну, видимо, это... Так, секунду. Видимо, это те же самые обычные крокодилы, просто у них такая вот сейчас защита модная нынче. Каска с картой. Слушай, а что они так... Что такое здесь? Аккумулятор. Понял. Ну-ну-ну-ну, хорош. Сгорайте к ядрени фени. Так, уточку. Вот они идут. Обычные-обычные, ребят, крокодильчики. Ну, это и хорошо. Намного лучше стали стрелять. Критуем почаще, кстати. Ну, хотелось бы еще чаще, но не выходит. Так, боеприпасики заканчиваются. Да, вот так вот все сделаем это дело. Пока у нас будет перезарядка. Давай, 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 Джо, перезаряжайся. Молодец, умница. Давай теперь расстреливать. Крокодильчики тут тоже мне нашлись, а? Блин, опять что ли дождь? Ну придется, а что делать? Делать, как говорится, ничего. Знак они очень быстро, ребят, что-то разбирают. Ты посмотри. Просто каждый делает по укусику, и все, и он падает. Ну-ну-ну-ну, Джо, 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 ну пошевеливайся ты, ё-каламане.
Когда эта волна закончится-то, а? В конце-то концов, ты посмотри. Она бесконечная какая-то. Все, хорош на них смотреть. Надоели уже, достали меня. По идее, я мог бы вот этим зарядом просто в болото стрелять, и они бы все получали бы урон. Потому что все знают, что вода пропускает электричество. Нет же, мне приходится вот отдельно в каждого стрелять. Но на этом еще не все, волна продолжается. Продолжается, их тут очень много. На, получите. Тю, во, видели, как отлично? Просто каски с голов слетает только. Нати, охламоны. Давай, жарить их. Так, а вот это уже, по-моему, ребятушки, последние крокодильчики. Должно быть, по идее, так. Да, уровень у меня пройден. Денег получаем не так уж много. Да, не так уж много. Двойная награда, итого 10 840. Мало, не окупится, наверное. Хотя, сейчас посмотрим. Так, кислотный дождь 5 штук. Аккумуляторы 5 штук. Ну, вроде купилось, но все равно, ребята, маловато. Боеприпасики же еще нужно закупить. Вот как вот тут можно накопить 50 тысяч? Оно вот кто мне скажет? 50 тысяч для бомбы-вонючки. Да, накопи, называется, на нее. Ух ты. Так, опять какой-то у нас тут новый монстрик. Желейка с минимальным мозгом. Поехали, посмотрим. Посмотрим на этого. Болотный сгусток называется. Ты понял? Не... Тихо, ты что такое? Что за фокусы мне? Он еще делится, ты понял? Он мне еще вздумал делиться. Болотный сгусток. Так, давай. Да ладно тебе. Ты представляешь, если таких будет целая куча идти? И они будут делиться. А их и так целая куча идет. Смотри, посмотри, что они делают. Аккумулятор мне в помощь. Давай. Да ладно, блин, они делятся и делятся. Ты посмотри. Ой-ой-ой. Так, а тут крокодилы, да? Обычные крокодилы идут. Давай-ка мы их вот так вот. А дождик, интересно, будет их подбивать? Все, я понял. Для желеек это бесполезно. Они, ребята, даже... урон не получит. Нет, они горят, но почему-то ничего им за это не делается. Ну давай ты уже. Ай-яй-яй. Слушай, они уже не знают, что придумать. А вот против этих-то у нас есть методы борьбы. Так, давайте, делитесь, говнюки. Теперь уничтожаем. Хоп. Хоп, отлично. Так, кто у нас тут? Блин, ну конечно же желе. Кто тут еще может быть? Что там нам за подарочек? 50. Давай делать. Разбираем. Все. Ну, блин, комары. Арбалет. Погнали. Елки, ты просто посмотри, сколько их здесь. Идет. Просто армада целая. Вау, как они быстро мне знак-то расклепали. Ну хорош уже, серьезно, а? Твою ж дивизию, а? Ты убиваешь одного, а вместо них еще там десяток вылупляется. Давай, кузен, отрабатывай бабки. Фух, чудом выжили, если честно. Чудом. Ну что, дайте мне побольше-то деньжат. Вот зажали, а? 16 600. Так, что нам нужно? Нам нужно докупать, в принципе, много чего. Так, давай здесь закупим. Потом вот здесь. Так, у нас 13 000. 13 000, ё-моё. Я вот так, ребята, все и потрачу. 10. Ну хоть что-нибудь-то, ё-моё. Ничегошеньки абсолютно. И улучшить, нет, я могу улучшить знак. За 8 000. Знак. И все, что ли, только знак? И УЗИ. Ну хорошо, давайте улучшим, наверное, знак. Вот так вот. И у нас, ребята... Оу, здесь у нас вот этот вот самый жук, которого я ненавижу, в каске будет летать.
Жук в каске, то есть он, муха возвращается. То есть ты хочешь сказать, что возвращается босс? Или кто? Эй-эй-эй-эй, все, нормуль. Давай вот так вот сделаем. Погнали. Прожариваем их. Ну, Джо, не спи, давай, бомби их. Все, поехали. Тут-то кто сейчас вылупится? А тут вылупилась у нас муха. Так, кузен, надеюсь, ты мне здесь подсобишь. Давай, муха, вылази. Муха, блин, возвращается. Возвращение живой мухи, часть 2. Так, секунду. Давай вот так вот сделаем. Вот это хорошо. Это по-нашему. Крокодилов этих убиваем. Кислотники идут там, ё-моё, а? Так, Джо, пока есть время, давай перезаряжай. Перезаряжайся, радость моя. Так, я эту муху попробую сейчас шваркнуть. Вроде бы все, убили. Так, еще половина волны даже не прошло, кстати, я вам хочу сказать. Еще все впереди. Да хорош вам, столько мух-то. Ты посмотри, дождик. Давай, давай, дождик, бомби их, поджигай всех, пали. Так, надо, наверное, еще аккумулятор сюда бросить. На всякий, так сказать, случай. Кто у нас там прячется? Крокодилы, да? Крокодилы, ладно, мы их сейчас вот так. Чух, блин, арбалет зря стрельнул. Я думал, ребят, хоть кого-то смогу подбить. Подбил. Все, последние две мухи мы их сейчас расстреливаем. И на этом этап завершен у нас. Так, что там выпадает? Аккумулятор, спасибо. Хоть где-то халявку получили. Так, сколько мы зарабатываем с вами? 2500 плюс 3300 и еще 6700. Блин, мало опять же. 13400. Едем с вами далее. Так, у нас, кстати, уровень, там какие-то светлячки должны открыться. Так, нам нужно здесь докупить, наверное, только лишь дождик. Раз, два, три. Хорош, все, хорош. Остальные... Дождик. Боеприпасы-то тоже надо брать. Все время про них забываю. Постоянно так. Ну что, энергии 2. И вот, ребят, новый монстрик. Это какой-то светлячок. Ну, судя по всему, это светлячок на самом деле. Я не знаю, что он делает. Застрявший в болоте. Так, я вижу, что ребята внизу, по-моему, как туман или нет. Хорош, сколько вас тут, а? Комары. Нет, надо дождь вызывать. Это не дело. Достали уже, на самом деле. Посмотрите, сколько их здесь много. Одни комары. Так, знакомые старые вылетели. Так, давай-давай-давай-давай с ними разберемся. Кузе, ну, язычком, хоп, молодец. Так, давай-давай-давай-давай, кузен, добивай его. Добил? Так, они начинают пуляться. Они уже начинают стрелять по мне. Вот аглоеды, а? Что сразу сгрустнулось-то, а? Не нравится? Ха-ха-ха-ха! А мне очень нравится, еще как. Всех зажарим до хрустящей корочки. Может, дождь? Не, не буду я, ребят, здесь тратить дождь. Тут не критично, согласитесь. С этими хламонами мы и так справимся. Так, пол волны прошло. А вот, ребята, и тот самый светлячок. Я не знаю, что он делает. Он ничего не делает, просто летает. Как бомбардировщик какой-то. А может, он действительно бомбардировщик? Так, по-моему, пора дождик вызвать. Чувствую, сейчас будет очень плохо нам. Так, светлячка снесли. Этих справились тут. Давай, давай, давай. О, как кузен хорошо бомбит. Не зря, ребята, я на него тратился. Надо будет его еще, наверное, улучшить. Мне кажется, чтобы у него еще... Тихо, тихо, куда? Опачки, действительно, ребята, это бомбардировщик. Он летит прямо в мою избу и врезается в нее. Вот что я могу сказать. Да хорош уже расстреливать-то, эй. Давай, давай, давай. Тут, ребят, главное, чтобы дождик не заканчивался. Так, перезарядка. Наверное, вот это уже последняя волна двигается. Или вот это вот. Ну, в принципе, с одной стороны, мне почему-то вот с летающими уже кажется как-то... Вау! Ты посмотри, сколько их.
Летят, летят бомбардировщики. Кузен, кузен, не спи. Не спи. Давай атакуем. Все, это последний жук. Мы его подбили. И знак стоп нам достается. Сколько мы здесь денег заработали? Ну, в принципе, должны, наверное, неплохо так. А, 8960. Все, поехали. Двойная награда, и мы получаем, ну, почти 18 тысяч. Ладушки. Энергии-то у нас там еще есть? Еще две. Хорошо. Так, улучшу-ка я, наверное, ребята, арбалет. Да, вот такое мое решение. Улучшим арбалет. Боеприпасики. Так, кислотный дождь. Были большие затраты, поэтому я вот так вот покупаю. И аккумулятор один. Ну, вроде бы все. Давай-ка посмотрим, что у нас тут следующее. А ничего, ребята, у нас просто НЛО сейчас все похитит. И нам придется здесь, сами знаете что, собирать, искать. В общем, все дела. Все наше забрали. Ничего нам не оставили. И начинается с крокодильчиков, да, все это дело. Ладно. Дай сюда. Оу! Тихо, 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 ребята. Я так не договаривался. Я так не договаривался. Жарим их. Опс, вот и закончилась моя жаровня. Так, два арбалета. Хорошо, что я арбалетик немножко себе улучшил, да? Сейчас будем вот так вот стрелять. Холодильничек мне дали. Черт, как быть-то? Ну, кузен, молодец. Кузенчик помогает очень хорошо. А что так много знаков стоп-то? Я поставлю, конечно же. Как говорится, за неимением чего-то ставь, что есть. Да дай сюда. Ой, они, ребята, дом поджигают. Вот что. Когда они подлетают к твоей избе, твой домик начинает гореть. Хреново, конечно, это все дело. Ну. Так, еще 50 энергетической пушки нам дали. Ну, один крокодил здесь, конечно, ничего сделать не может. Так, секунду. Холодильник мне дали. Итого у меня два холодильника. Если что, будем замораживать. Это уже на крайняк. Вот, вот этот крайняк. Знак стоп. Да ел просто мне. И то надо, и все нужно. А на все не хватает, как всегда. Офигеть, как у меня быстро кончается энергетическое ружье. Ну, арбалетик. Четыре арбалета, это, кстати, очень хорошо, потому что мы его укрепили, усилили. Поэтому мы еще с вами можем здесь довольно неплохо пожить. О, аккумулятор еще дали. Слушай, ну я уже в куражах, грубо говоря. Так, давай, Джо, перезаряжай быстрее. Еще один аккумулятор нам достался. Пускай эти гаденыши подходят поближе, мы вот так вот сделаем. Упс. Мультиубийство. Да-да-да-да-да-да-да, ага. Летят, летят бомбардировщики. Так, еще один аккумулятор мы с вами. Ведь я успел же его подобрать? По-моему, успел. Оу, я на одних арбалетах могу здесь жить вечность, смотрите. Тюнц, делов-то на копейку. Знак стоп еще один выпал мне. Выставляем его сюда. И расстрел, конечно же, расстрел. Аккумулятор, давай-ка бросим. Ну где эти упыри? Я же знаю, что должны полететь. Что-то не летят. Во-во-во-во-во-во-во. Явились, блин, не запылились. Опс. Тихо, 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 ребята, у нас очень мало здоровья. Нет, тратить я не буду. Вот это я лопухнулся, серьезно вам говорю. Я, честно говоря, не стал его подбивать. Пожалел. Вот так вот, недооценивать светлячков. Ух, энергию зря потратил, да, получается? Ладно, все равно нам нужно, ребят, дальше проходить. Никуда не деться от этого. Поехали. Буду теперь намного-намного осторожнее. Значит, светлячки делают вот такую вот погонь. Они подлетают к твоему домику и поджигают. Мало того, что не врезается, домик еще горит. Соответственно, получает урон. Так что будем впредь аккуратнее. Вот считаю я несправедливым то, что... Тихо. Я считаю несправедливым то, ребята, что эти светлячки
могут пролетать через знак стоп. Как-то немножко несправедливо, я думаю, да, это сделано. Ну, аккумулятор, хорошо. Так, эти архарусы подходят. Ну, с этими можно и так справиться. А вот тут уже надо, ребята, бросать от греха подальше, чтобы не было нанесено нам урона. Опять знак стоп. Ага, вот это уже получше. Аккумуляторик. Так, крокодил, успокойтесь, а. Арбалет. Так, один аккумулятор, один, одна заморозка. Еще один аккумулятор. Ладно, хорошо. Где эти жуки? Я знаю, что полетят. Вот они. Ну-ка, ну-ка, не подпускаем их. Энергопушка мне досталась. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Просто сэкономим себе немножко времени. Знак стоп. У меня нет, ребята, знак стопа. Ай, Джо, как же долго ты перезаряжаешься. Ну где эти мухи? Вон они летят. Вот кислотный дождик мне достался. Ну! Да хорош, блин! Вот гады. Подожгли домик, а? И дом горит, горит и горит. Ты посмотри. Ай. Давай их вот так поджарим всех. Че, закон... Блин, ну как же быстро, а? Тихо, тихо, ребята! Да ну! Такая куча! Слушай, еще, по-моему, будет один такой залп у нас. Если я ничего не путаю. Что мне лучше сделать-то здесь? Давай, наверное, кислотный дождь вызовем. Ну где эти мухи-то, засрухи? Вот они, летят. Подбиваем их, подбиваем, чтобы не проиграть. Мне кажется, даже крокодилы столько урона не наносят, сколько эти светлячки. Ядрить их на корень. Ух. У меня, ребят, нет ничего, ни аккумулятора, ни фигатора. Вообще ничего. Только лишь холодильник, заморозка. Ну дай мне хоть какой-нибудь бонус. Так, арбалет. Жахаем. Вот так. Аккумулятор дали. Вот они. Жух, замечательно. И вот так. Все, ребята, я справился здесь. Я здесь справился. Это была последняя волна. Ух, нам повезло. По крупному причем, а сколько мне? 6700 дают, да? 6700, это получается 13400. Угу. Так, сколько у нас, ребята? Одна энергия осталась. 16840 монет у меня. Ну, естественно, для начала. А, у нас все по максимуму. Слушай-ка, а может быть нам улучшить? Что лучше, дождик или... или аккумулятор, а? Как думаешь? Я думаю, что, наверное... дождик. Да, я его улучшил. Хорошо, хорошо. Ну что, поехали. У нас с вами одна энергия. И тут мыши-аркебузы в этих же самых касках. Ха-ха. Дикое болото. Действительно, дикое болото. А что вы такие крепкие, а? Енотики, почему вы такие крепкие? Я не понимаю. Вы хотите вот этого вот оружия получить? Нате, получите. Все, довольны? Не? Еще хотите? Давай жарить. Так, дробовичок, перезаряжайся. Мы можем вот так вот их заморозить. И пока перезаряжаться потихонечку, ребят. Перезаряжаемся. Оттаяли, да? Тогда помогаем. Что-то как-то хреново у нас идет помощь. Бомба-вонючка нам нужна. 50 тысяч она стоит, ё-моё. Оу, тихо. Никак не... Блин! Да ладно, хорош! Что, серьезно, что ли? Вот так вот все? Слизень, давай, делись. Так, ты тоже там делись.
Не нравится мне это все. Пол волны прошло. Хорошо, ладно, держимся, ребятули, держимся. Так, что нам тут? Холодильник. Зачем мне вот сейчас... Тихо. Светлячки, успокойтесь. Мыши, блин. Ой, ребят, заканчивается у меня боеприпас. Боеприпас заканчивается. 8 арбалетов. Точнее, 8 дротиков осталось. Как мне тут с ними, блин, бомбашиться? Кто мне скажет? Иди ты отсюда. Да ну! Чего у вас так много-то, эй? Аглоеды! Ты посмотри, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас как бы мне домик не забомбили. А ведь они могут. Горит у меня хибара, горит. Давай вот так вот сделаем. Слушай, представляешь, у меня вообще ничего не осталось. У меня вообще ничего не осталось, и они все прут. Холодильник здесь не помогает. Я же вспомнил, кислотный дождь и холодильник — это несовместимо. Ну, последние мыши. Все, мультиубийство. Блин, да что сложно-то пошло, а? Со всех щелей, кто только не летит на нас. Так, 7140, сколько там у нас? 14280, понятно. Так, ребята, по-моему, энергии у нас больше и не осталось, да? Да, к сожалению, не осталось. А тут мы с вами какой-то подарочек получаем. Так, в магазин, что мы можем с вами улучшить? Мы можем улучшить пики, мы можем улучшить бензобочку. Так, мы можем улучшить аккумулятор. Аккумулятор, это, кстати, это заманчиво. Слушай, а у меня хватит денег-то на боеприпасы, тут вот трачусь. Тютелька в тютельку, да? Да, ребята. Ну что же, а на этом заканчивать мы будем с вами игрульку, потому что энергии у нас нету, но мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в болотную атаку. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.